все-таки привело в чувство то, что я сама потеряла сына, и я виновата. Я не растила этого пацана так, как нужно заниматься своими детьми. Это сорняк был. Это был нежеланный ребенок. Я забеременела, это называлось «залетела» в 17 лет. Меня не взяли на аборт, я очень хотела. Мама сказала мне, что я ей буду не дочь, если я сделаю аборт, потому что первый аборт делать нельзя. Было какое-то предубеждение в Советском Союзе, что этого делать нельзя. Можно.